Коммунистическая народная партия Казахстана совместно с Союзом мусульман Казахстана сделала официальное заявление о том, что планирует инициировать отставку наших футбольных функционеров и чиновников от спорта, потому что мы не видим дальнейшей перспективы развития казахстанского спорта. Уже на протяжении почти 20 лет государство выделяет огромные средства на поддержку и развитие казахстанского спорта. И что мы видим в итоге? На сегодняшний момент в Суперлиге играет большое количество легионеров, которые получают довольно серьезные средства с бюджета, от спонсоров и, соответственно, благополучно вывозят к себе их на родину. Тот спорт, который должен был развиваться в регионах, детский, юношеский спорт, на сегодняшний момент находится до сих пор в зачаточном состоянии, и никаких подвижек для дальнейшего развития нашего футбола мы не видим. Та модель подхода вообще к массовому спорту, о которой в свое время говорил президент, что надо развивать массовый спорт, на сегодняшний момент функционерами от спорта не выполняется. Чиновники просто-напросто озабочены осваиванием средств, и, соответственно, это приводит к такому плачевному результату, когда легче купить зарубежный товар для того, чтобы он участвовал в олимпиадах, участвовал в чемпионатах, и, соответственно, делать красивую картинку пиар, ради которой это все, в принципе, и заверчивается на сегодняшний момент. С осени фракция «Народные коммунисты» планирует при выходе на работу инициировать расследование в отношении чиновников от спорта.